ամուր տանիք ունենալու համար անհրաժեշտ է բարձրորակ հումք։ Առանց կնկերությունը ներկայացնում է կորեական երաշխավորված հումքից հայրենական արտադրության բարձրորակ տանիքի թիթեղներ։ Բարձր որակ կամ ոչինչ, առանցք 23 տարի հավատարիմ մեր սկզբունքներին։ А Лачинский коридор, обозначен, что должен быть открыт в заявлении от 9 ноября. Вы провоцируете, ребята, вы провоцируете. Ну давайте стреляйте, что? Давайте проезжайте. Это применение силы, ребят. Как отойти? Не получится. Ребят, а смотри, там это... Покажи, что там это... Я говорю, что... Смотри туда. Я говорю, что, ребят, из-за вашего... Я говорю, из-за командования, из-за бездействия вашего командования Карабах поставлен на грань голода. Не, не получится. Товарищ майор. Я говорю, машину уберите. Машину, говорю, уберите. Товарищ майор, а вы можете открыть Лачинский коридор? Мы сразу убираем машину. Убрали. Вот зачем? Зачем? Причина. 10 секунд. Ну давайте, езжайте. Давай, проезжай над машиной! Ответите! Давай, проезжай! Вооружение! Стреляй! Ответьте! Вот вооружение, они вышли, вот гражданин на Давайте! Вот миротворцы, которые ни разу не решили вопрос насчет захвата Лачинского коридора, агрессии Азербайджана, и они применяют силу к мирному населению, к которому они пришли сюда защищать. Вот миротворцы, как они защищают Нагорный Карабах. Проезжайте! Мы машину не снимаем, проезжайте! Мы к вам силу не принимаем и машину не снимаем. Нихуя не будем эту машину отсюда выбрать. Ну, так вот так. Попробуйте. Но я-то скажу, вы нас провоцируете. Мы к вам всегда ходили мирно. Если вы проезжаете машину, тогда будет другой ответ. Мы сюда больше мирно ходим. Если вы применяете силу по отношению к тем, кого вы должны были защищать от врагов, и не применяете силу к врагам, вы уже показываете, за кого вы тут. Вы исполняете приказы террориста Алиева. Не на вас. Это просто, чтобы всем было слышно. Давайте, проезжайте. Пожалуйста, ребят, берем всех сюда, поднимаем и убираем. Не поднимаем, не убираем. Нет, пусть это БТР. БТР, проезжайте, БТР. Вы зачем БТР-то посняли? Я не понимаю машину. Давайте, раз, два. Давайте, мучаемся. Потом снимать, что они там ломают. Во, вы мне буфер поломали, будете отвечать. Буфер поломали, во. Смотрите, миротворцы, как они себя ведут. Вот наши миротворцы. Вот. Не, закрыто. Можете поломать замок. Мы знаем, что вы можете применять силу по отношению к нам. А ты гарабасик, камаза пей, та это имасим. Поехали! Если машина будет повреждена, вы будете ее чинить. Новую купите. Да. Поехали, 3-4! 3-4! 3-4! 3-4!
3-4! Еще русского солдата хуёво, блядь! 3-4! А чё русский 3-4. Солдат не открывает латинский коридор? Всё, прекрасно! Потому что империя дрожит перед Азербайджаном, да? Дежурное подразделение, встали! Давайте, встали! Встали, так встали! Давайте, тащите! А чё вы БТРом не проезжаете? Зачем вы БТР-то сняли? Нас пугаете, да? Вы, говорит, не знаете русского солдата. Перед азербайджанцами дрожат, а тут, видите, они стали русскими солдатами. А вы хорошо... Ребят, давайте толкайте отсюда немножко вон в ту сторону, как раз будет в самый раз. Вам сколько денег заплатили? Если... Вы что, знаете, стыдно вам, товарищ полковник? Стыдно вам, то, что вы загнали нас в плен и держите 30 тысяч детей на грани голода. Кто должен был мне заплатить для того, чтобы я свой протест объявил? Зачем вы голос повышаете? Потому что вы повышаете. Я ваши ворота, своя техника не блокировала. Не трогай меня за руку. А вы... это ударить тебя за не это? Не ударит. Да пусть ударит. Не ударит. Все. Все. Вход опять закрыт. Закрыт военной техникой. Русские сами себе вход закрыли. Пусть закрывают. Все равно право закрыт. Руля. Куда на меня? На меня, на меня, на меня, на меня. Давай, 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 давай. Отлично, все, красавчик. Все, как мы и говорили, вход перекрыт и будет перекрыт. И будет перекрыт. Русские миротворцы пришли нас защищать. Загнали в плен. Поставили страну на грань голода. Во, красавцы. Во, красавцы. И смотрите, как они усердно с нами борются. Видите ли, Карабах защищают от Азербайджана. А нам говорят, кто вам заплатил. Мы говорим, что мы находимся в состоянии геноцида. Они говорят, кто вам заплатил за то, что вы, боретесь против этого, против грядущего голода, против того, что и транспортная инфраструктура, вся транспортная инфраструктура парализована в Арцахе. И это ведет к катастрофическим последствиям. О, товарищи закрыли. А вы надежно... Одну секунду. Товарищи. А если мы внизу закроем, вы тоже БТР пригоните, как раз у нас товарищ подполковник. А если... Да, отойдите, пожалуйста, за белую линию. Да, только не трогайте меня. А вот не трогайте меня, хорошо? Попросили, нет, ну попросили, нехорошо попросили, руками просят. Не нужно руками просить. Нет, а иногда им можно и поклониться. Мы вам каждый день спасибо говорили, между прочим. Кланяться нужно. Нет, сесть на голову и распустить ноги еще. Все, дорога перекрыта, вход перекрыт, центральный вход работать не будет. Скоро перекроем остальные входы. Все, ребят, отлично, отлично. Перекрыли, ну перекрыли, так и будем стоять. Да, слушаем.